как проходит мой день, именно же в Турции, как проходит мой день в универе и так далее. Это мои корейцы. Вот. Кстати, это одноразка моей подруги. Она отдала мне, чтобы я зарядила. Точнее, ну я не умею, но моя подруга все-таки умеет. Я оделась. У нас есть зеркало такое. На улице дождь. В Турции, когда выходишь на улицу, обязательно надо в маске ходить. Я жду автобус, кампус. Это до моего кампуса, универ. Потому что я живу в центре города, а не рядом с универом. А универ находится выше, ну типа, в горах якобы. Мне было так страшно снимать в автобусе. Все смотрели прям, типа, эй, ты что, не видел никогда горы? Никогда не сидел в автобусе? Типа такого. Короче,
У нас тут есть лифт, но только для персонала. Имеется в виду только для учителей. А нам смертным нельзя. Поэтому на 4-й этаж поднимаемся пешком. Давай. Это наш на перемене на улице. Мы в столовке. Это Айкоке. Всем привет. Это Алия. Привет. Тут, короче, нельзя просто так пить. Надо выше 4 лир. 6. Уже 6? Да, был 6. В тот раз я покупал за 4 что-то. Что вы заказали? Все? Блять. Пошли. Ой. У нас зима, но снега все-таки еще нет. Я слезла с обуви. Всем привет, это влог Дженны. У меня телефон заблокирован. Мы зашли в кафешку Сайгон. Здесь вечно сидят казахи, но сейчас нету, потому что, не знаю. Что с тобой, Дюша? Денис снимай. Будем кушать. Я в туалете. Так вот выглядит туалет. Новый год в Турции. Мы в магазине Шок. Тут дешево. Но так себе вещи. Не все есть. Но вот. Диля. Не так я хотела завязать. Мы не нашли здесь киндер, поэтому пойдем в Мигрос. Короче, мы вышли с Мигроса. У Дженны есть муникорд. Мы уже почти дома, потому что... Мигрос находится рядом с нашим домом. Так, вот, заходим. Да. А у меня уже Wi-Fi ловит. У меня вообще карта с собой. Сим-карту беру. Телефон заблокировался.
Мы ждем лифт, хотя лифт не доходит до нашего этажа. Классно. Пятна, пятна. Петр. Игра в кальмара. Да, я над ним так себя издеваюсь. Вечный день. Вечный. Я же какая-то дала Даргентус. Один раз просто пример сказала. Мы живем уже неделю, да? Она мне говорит, что я какая-то дала Даргентус. И мы, кстати, за 3 месяца мы обнялись всего 2 раза. Да? 3 раза. Когда мы обнимались? Это когда было? Я не помню. Здесь, короче, лестница, да. Лестница из ада. Короче, вот, видите? Одна ошибка, и все, вы мертвы. Мертвы. Я не пью. Ой, здесь наши соседи вечно срутся. Кто-то готовит. Там все жарится. Тебя. Ждет, пока мы снимем прямой эфир. И будем общаться с китайцами. Привет, передай. Привет, передай. Рекламу. На улице Казахстан. Да. Ну, я просто куртку снимаю, во-первых. Тут жарко. Почему? Потому что здесь живут 3 девочки. Дико близнецы Берак. Ну, это мой сегодняшний день. Заканчивается вот так вот.